В Нефтекамске построили новую мечеть. Красивую. Совсем недавно, примерно месяц назад, поставили купола на минареты. Вот, и сегодня впервые в ней пройдет торжественная молитва, посвященная празднику Курбан-Байрам. Вот это паспорт объекта. Висит тут на ограде. Ворота. Сейчас я зайду внутрь. Мечеть находится возле нашего красивого соснового леса. Воздух чистый. Территория еще пока будет благоустраиваться, работы еще много, но богослужение уже можно проводить. Это центральный вход. Вот я внутри мечети. Женский зал находится на втором этаже, а это вид из окна. Там строительный забор, пока еще ведутся работы по благоустройству. Внутри тоже отделка еще не закончена. Но это радует, потому что мечеть строилась долго на пожертвования. И вот, наконец, она уже может нас принимать. Вот на полах ковры. Это снова вид из окна. Молящихся я снимать не буду, поэтому всего доброго.